Едва Бузова рассказала о расставании с Давой, признавшись, что он бил ее и изменял с девушками легкого поведения, как поклонники звезды буквально атаковали аккаунты Манукяна и его мамы в Инстаграм. Многие обвинили Давида чуть ли не во всех смертных грехах. Родительница вступилась за сына. Мама Давида заверила публику, что сын не поднимал руку на Олю, а все ее слова про его агрессию – выдумка. И Тарасов ее бил, посмеялась женщина. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчек. Она конченая шлюха и алкоголичка. Судя по ответам Анны Манукян, у них с Ольгой не сложились хорошие отношения, хотя та и собиралась стать ее невесткой. Сама же Бузова грозится рассказать маме Давы всю правду о горячо любимом наследнике. «Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», заявила 35-летняя звезда. Позже родительница Давида все же прокомментировала происходящее, попросив неравнодушных прекратить травлю своей семьи. Дорогие подписчики, извините, но я вынуждена закрыть комментарии под своими видео и фото, потому что негаданно началась травля Давида и нашей семьи. Я сама говорю, что жизнь поставит всех и все на свои места, но пользоваться своей известностью и причинять вред людям неприлично. Давид, как всегда, промолчит. Он не позволит себе прилюдные склоки. Спасибо всем, кто знает нас и поддерживает в эту минуту. А кто делает вид, что не понимает, Бог с вами, подчеркнула она.